Тем временем приемная кампания вузы уже началась. Бюджетных мест в этом году станет больше почти на 1500. Основные направления, которых коснулось увеличение – технические, педагогические и медицинские специальности. Подать документы абитуриенты могут лично или дистанционно. Первое – это электронно. То есть каждый вуз создает или имеет свою информационную систему, и через нее можно подать пакет документов для того, чтобы поступить в вуз. 53 вуза, которые у нас участвовали в эксперименте, могут подавать через систему поступления в вуз онлайн. У нас в Новосибирской области это один вуз, Новосибирский государственный технический университет. Ну и, наконец, третий способ, он тоже традиционный, по большому счету, это через почту. Подать документы в этом году, как и в прошлый, можно в 5 вузов по 3 направлениям. Их будут принимать до 18 августа. После начнется зачисление, и к 1 сентября все вузы должны сформировать списки поступивших. После того, как абитуриент пройдет конкурсный отбор, ему надо будет написать заявление. Главное – следить за результатами на сайте. Пакет документов в вуз можно будет принести в течение года. На каждом этапе зачисления вы на сайте увидите свою позицию в том или ином направлении подготовки. Вы должны принять решение и заявить о своем, что я буду участвовать в этом конкурсе. Это принципиально важно. Вторая ситуация. Когда первый этап прошел, вы еще раз посмотрите, где будете участвовать во втором этапе, и выразите свое желание в электронном виде. Это принципиально важно. Потому что если вы никак не проявите своего желания, ну вы можете никуда не попасть. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.